Так, друзья, ну вот еще одна посылочка пришла. Вот, сейчас я вам тоже не расскажу все. Вот, это у нас пришел NFC-модуль для электромагнитных замков. Ну, точнее, модуль доступа, да? Вот. Как он должен работать? NFC-модуль. То есть вот берем, у него в комплекте два брелка, точнее брелочек и карточка доступа. Прислоняем, вот, считывается индивидуальный номер карточки, подается сигнал, и либо магнитный, ну, на магнитный замок, например, да, магнитный замок открывает дверь. Вот. Если нету в списке этой карточки, следовательно, не открывает. Да, так устроены многие домофоны, вот, по такому принципу. Вот. И всякие, ну, любой скут, да, и кто работает, вот, знает, многие двери так вот, таким вот образом открываются. Я их заказал, и, точнее, я заказал такую платку, хотел сам поиграться, наглядно проверить, как это все будет работать. Стоит копейки, вот, в комплекте шло карточка, брелок, вот, и контактные ножки. Они изгибаются, да, то есть, грубо говоря, согнутые, вот, дабы не мешаться. Если корпус у вас побольше, к примеру, то есть прямые. Вот, так что любые. Значит, что мы тут видим на этой платке? Ну, резисторы, точнее резисторы, конденсаторы, вот, диод один. Вот, далее, ну и контактные дорожки. Контактные дорожки, вот, то есть подается напряжение 3,3 вольта, да, ну также земля тут и всякие ввода-вывода разъемы. Вот. В дальнейшем, вот я как раз заказал, постараюсь настроить, у меня сейчас диодов нету, в принципе, я бы сейчас сразу, наверное, и показал бы. Вот. На примере магнитный замок, все-таки он дороговат, вот, магнитный замок я пока заказывать не буду, вот. А на примере диодов, допустим, я постараюсь показать, как будет реагировать модуль на прикосновение карточки, вот. И посмотрим, да, что из этого выйдет, и потом будет можно легко прицепить это к двери, и все будет замечательно работать. Так, вот кому интересна эта штучка, кого заинтересовала, ссылочку в описании я оставлю. Вот, доказывайте. Ну что ж, как всегда, кому понравилось видео, ставьте лайки, вот, подписывайтесь на канал. Вот, будет много видео всякого. Вот, канал я не собираюсь забрасывать, он будет только развиваться. Если есть какие-то пожелания, конечно, я не спец в снятии видео. Вот. Оставляйте в комментариях ваше мнение, буду прислушиваться, вот. Ну и, естественно, меняться. Так, ну все, всего доброго, всем пока.